Ребята, спасибо вам огромное за сегодняшний концерт, цветочки. Я вас, ребят, правда... нормально? Верните, пожалуйста, цветы. Простите, но мне просто хотелось снять. Это моя лучшая подруга, ее зовут Ангелина. Да, правильно? Да. Поставь мне, пожалуйста, роспись. Технологии дошли, там и там показывают. А, можешь поставить роспись мне в инстасторис? Да. Спасибо. А ты можешь мне расписаться в сторис? А сейчас я не могу. Она была на меня не стажете! Стежите! Стежите! Кошмар! Не стежки, не стежки. Она подруга моя теперь. Что? Просто второй подбородок приблизил. Круче все, круче все. У тебя все получится. Раз, два, три. Забавно, да? Я пошла как нормальный человек, просто пойдем. А, это ты! Аня, прыгай! Нормально, ты лежишь на мне, да? Ой, прости. Мы как двое пустяка, я и ты. Подли свету, подли, подли. Раз, два, три. Забавно, да? Я пошла как нормальный человек, просто пойдем.
закончила. Это как яблочко. Обгоняю ложь. Мне по нраву. Я ведь среди них. Что-то там еще. Огонек зайти. Ту-ту-ту-ту-ту. Трин. Сейчас я буду смотреть ужасные фотографии. Недавно. Вот так. У меня выскочил прыщик, а это значит, что в меня кто-то влюбился. Если на носу прыщик. Слышишь, это как его? Неправда, на подбородке. Неправда, на носу. Это неправда, на подбородке. Неправда, на носу. Это вот в Москве, вот на подбородке. Аня, ты немножко... Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна. Она. Гамали. Всем, кто спрашивал, где она. Вот. В тусовку вернулась. Писали. В клубе была. В этом выпуске мы хотим с малышками показать вам, как мы создаем наш фирменный стиль и кто нам в этом помогает. И потом мы переехали вместе в Киев. Ну, они всегда поддерживают. Давайте помашем. Привет! Привет! Всем привет! Это группа Open Kids и Катя Анушкина. Всем привет! Совсем скоро ждите новый видосик у Кати и у нас на канале. Ю-ху! А мы вас любим! Итак, Анастасия, расскажите. Аромат моего детства. Анна, что вы посоветуете? Мне такой пахнет. Я не могу этот запах передать. А что ты мне в камеру даешь нюхать? Собственно, как обычно. Блин, одна и та же фотка. Йоу. Ты полайкай всех, да, обязательно. Да. Девочки, вы на фотографии. Вау. Да. Вы там. Да. Вот тут и вот тут. Смешно. Смотрите, как много. Боже, как много девочек. Капец. С малышками показать вам, как мы создаем наш фирменный стиль и кто нам в этом помогает.
Ну, собственно, как обычно. Блин, одна и та же. Ты полайкай всех, да, обязательно. Девочки, вы на фотографии. Йо, у нас фотосессия, как бы. У нас фотосессия. Знаешь, что лучше присядь на железку и ноги вытяни вперед. А тебе удобно? Да, вообще, я уже. Ты официант? Я Илья, не видно, что ты писал, но я Илья. Я Илья Адушкин. А чашечка грязная. Да не грязная, все нормально. Это оригинальный еще и. Мы хотим с малышками показать вам, как мы создаем наш фирменный стиль и кто нам в этом помогает.